Так, третий дубль 25 марта 2021 год, Харьков. 20:51 по Киеву. Опять установила весу минимальное 125. Предыдущее было не 400, как я соврал, а 800. Слишком ярко. Ветер. Представляешь? Как в разных, при разных выдержках по-разному смотрится луна. Вообще, год снимаю, и такие сюрпризы. Пошли платон, что ли, посмотрим. С Аристархом. Это такая компания дружная. Платон, Аристарх. Ну и я тут третий. По-моему, чудесно. Можно даже света добавить, да? Подойдем еще поближе. Это ветер, это не я. Понятно, что матюкает все равно меня. О, ну хоть пару секунд. Вообще, какой рельеф, ну классно смотрится. Так, сейчас треногой попробую на платон навестись. Вот он наш платончик. Платон мне друг, но истинно дороже. Потому что истина в вине, наверное, поэтому. А, на линии Терминатора мне нравится, как вот эта игра света и тени. Такую пилку нарисовала. Ключ шифрования. Код. Да. Даже не знаю, в чем тут дело, но действительно гораздо более рельефно смотрятся все кратеры. И небо-то не идеально чисто. Дымка ощутимая, местами так просто облака с тучами на западе. Так что, что не попаду я как сейчас. Луна. Фух. Напугала, думал, ты пропала. Не получается.
будем пытаться дальше. Хочу на вот эту нижнюю часть попасть. Вот. Где-то так. И ветер. Ну хорошо, сейчас подождем, может. Даст пару секунд паузы. А вот этот кратер, такое ощущение, что он по касательной. Может, кстати, это и есть. Все кратеры круглые. С елки-моталки. Но это уже невыносимо. Слишком сильный ветер. Да, все кратеры по круглые, а вот этот, который сейчас в центре кадра, такое ощущение, что он рикошетом пролетел от Луны, отскочил. Или это просто несколько кратеров так сгруппировались и образовали такой эллипсоидный кратер. Да, когда я задавал себе вопрос, почему все кратеры на Луне круглые, не могут же все астероиды падать вертикально на поверхность Луны. Мне добрые люди объяснили, что скорость, с которой врезается астероид в Луну, такая, что... Это не снаряд, падающий на Землю, который может срикошетить. А ядерная бомба, под каким бы углом она ни упала на Землю, образуется просто высочайшая температура плазмы. И все равно это как камень, брошенный в жидкую грязь. Под каким бы углом вы его ни бросили, все равно в жидкой грязи это будет... Лунка. Ладушки. Я чувствую, я тут залипну, пока солнце не взойдет или у меня будильник на работу не начнет будить. 21:00 по Киеву, Харькове. 25 марта 2021 год.